Йоу, привет, друг. И ты решил подключиться и посмотреть данное видео? Очень довольна, это как приятно мне. Да все. Это я, Александр. Всем привет, я снова на канале Вальгала, где мы начинаем... Да что мы начинаем? Мы же продолжаем. Да, все правильно, мы продолжаем смотреть обзорчики на покрас моих миниатюр. Вот этот вот наборчик Левиафан, Тираниды против Терминаторов. Что, начинаем, да? Ну, не начинаем, вначале должен показать, что мы сегодня будем смотреть. А сегодня мы будем смотреть, знаете кого, вот как вы думаете кого? Он, между прочим, в шортах у меня гулял. Да, он. Соответственно, вы уже знаете, что он денежный. Это будет он. Он, как мне нравится его прям красить. Мне нравятся вот эти большие миниатюры, как их раскрашивать и так далее. Ой, это просто бомба. Ну, давайте, не будем тянуть, как я говорил, в одном из видео кота за то, что он лежит. И идем на кухню, берем себе что-нибудь вкусненькое, замечательное, там, пряности всякие и так далее. Садимся поудобнее, включаем планшет, телефон, телевизор и начинаем смотреть. С вами Александр, будет балаболить, глаголить. Поехали! I am iron. I am wrath. I am doom. Ну что, надеюсь, уже все у тебя готово. Сел поудобнее, дорогой мой зритель, мой подписчик. И ты уже по-любому залетел, да, вот по ссылке, которая вот здесь, в телеграм-канал, подписался и начинаешь с нами вести там вот эти диалоги и вот это все общение. И сейчас мы продолжаем того красавца, которых я люблю красить, который прям получаю мощнейшее удовольствие от больших миниатюр. Это он. Та-дам! Вот он. Вот он, красавец. Блин, я так получаю от них удовольствие, от больших миниатюр в покрасе. Он есть в шорте. Надеюсь, ты уже посмотрел и там оставил комментарий, поставил палец вверх. Ну и здесь я жду комментарий, палец вверх, друзья. Вот такой у нас баллисту с дредноут. Вот, друзья. Я даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем вот с этого. Это все отсоединяется. Спокойненько отсоединяется. Также и ласки. Ой, упала. Вот как бы все это отсоединяется и потом обратно присоединяется. Выставляем аккуратно, чтобы было. И начинаем смотреть. Та-дам! Вот такой. Вроде здесь надо высверливать. Но я не высверлил. Я так посмотрел, как бы там же накопитель лучевой. Выстрелил. Увы, нету, еще раз говорю, вариативности сборки. Нету смены вооружений. Грудных, например. Ну нету, и все. Вот он такой чувак. И плюс. Не открывается. Если у других дредов они открываются, здесь не открывается. Видите, там вот все тоже все подкрашено внутри. Почему? Потому что все отдельно я красил. Ну, давайте провернем. Вот. Декалечки тоже уже новые, золотые, все наклеено. И здесь вот, да, криво наклеено, ну, в отношении. Но я старался выглядеть симметрию по декалям, не по фигурке, да, вот не по площади, не по плоскости, а именно так. То есть, если бы сюда сместил, думаю, было бы некрасиво. Поэтому вот так вот я сделал. Задняя часть. Вот так вот он выглядит. То есть, все, механизм. Знаете, что мне напоминает? Кто знает, что такое светло-темное? Это сеть разливных по пиву там и так далее. И всяких вкусностей. Вот, это у них такой же логотип. Я только потом вспомнил, увидел. Ну, не стал перекрашивать. Пусть будет для меня опытом, что надо все до конца доделывать. То есть выхлопные трубы уже такие замасленные, как я их крашу, покрываю в бронзовый, потом немножко в серый, и потом черным-черным таким жидким, то есть типа драйбрашу. То есть здесь, вот оно вот такое. Здесь должны быть синие логотипы, но, увы, я их испортил, и пришлось перейти на черные. Вот, и у меня, соответственно, черные они. Вот. Ну и пушки. Как мне было тяжело красить это. Ой, белые, потом красные, потом стараться очень... Так, чтобы не пролить это все. Ну, то есть, проливка не испортить. Ой, было все очень, очень не так. Как сказать, рука не дрожала, но это опыт такой все-таки. Ну, и да, внутри, внутренний покрас такой. Не желтый фонарь, у меня уже зеленый такой цвет покраса. Ну, и вся проводка. Она вся цветная там внутри и так далее. Вот. Логотип вот этот вот. Я не знаю, он не сменный, он же один у них, это у других там дредов они могут меняться и так далее. Но здесь нет, здесь он полностью, и тоже болтеры, нет,
Не так. Ну, если, то есть пушки такие, бум, вверх такие, стрельба, этот так стреляет, этот так, то есть он же вверх так, навесом стреляет. Вот он, вот такой вид тут. Ну и давайте базу посмотрим. База, вот такая вот база у него. То есть я сделал в два слоя. То есть вот смотрите, видите, первый слой и потом второй, вот он соединенный медный по эти полоски, ну то есть трубы арматурины типа. Арматурины я взял бенгальский огонь. Сломал все это, выкинул, оставил только прутик. Ну как сломал, я его сжег, красоту, раш, там Новый год был скоро. Хотя это было очень осенью. То есть, и вот получается у меня здесь, я сделал, потом прокрасил, ну типа соединил. Вот они куски, типа торчат. Ну они шевелятся, но они торчат вот как будто из земли. И знак стоп. Вот он, видите, я сделал такую табличку. Как я ее делал? Я взял вот эту трубочку, она из... Знаете, ушные палочки, которые я снял ватку всю. Вот, я снял ватку. Вот эта штучка, я нашел где-то пластик какой-то, кусочек, не помню. Я его отпилил, отшлифовал этим, как сказать, пилочкой, которая полирует ногти. Вот, уже не забрал, и не говорите. Вот, как бы, и вот потом это все собрал, приклеил. И вот, да, он хлипкий, но он в итоге вот так вот стоит, типа, стоп. Все, ну он прошел за линию стоп, ему было пофиг, это же дредноут. Ну и покрас фиолетовый, типа он же, это же дитираниды, они с ними сражались, соответственно это их, короче, вот бебяка, которая вот, там, растеклась. Так что вот такой вот дредноут. Да, немного функциональный, еще раз говорю, только вот у него поворотное орудие, все, больше он ничего не открывается. И так далее, и так далее. Никак больше ничего не... Кто-то делает, что отсюда вылетает ракетница. Ее можно было сделать, но тогда мне надо было разобрать чувака одного из девастаторов. Да, вот он оттуда, короче, есть. Можно было выстрелить. Здесь потом дым такой, ну, он же выстреливает, потом дым идет. Ну, здесь, скорее всего, сквозное. Когда подается, получается, искра в снаряд, да, там... Он выстреливает, но он вылетает под напором огня. То есть была бы прямая линия ракета, и отсюда огонь выходит, пламя. Ну, было бы тоже прикольненько, но я решил сделать так. Так что, друзья, вот такой вот покрас. Жду ваших комментариев обязательно, жду ваших лайков, если заслуживает, да. И общаемся дальше. Не забываем подписываться на телеграм-канал. Как только телеграм-канал наберет у меня 100 подписчиков, я разыграю миниатюрки, друзья. Я разыграю миниатюрочки. С вами был Александр. Спасибо, что посмотрели. Эй, и продолжайте смотреть мой видеоканал. Шорцы, видосики и так далее. Всем спасибо. Обнял, поднял, покрутил и поставил на место. Всем пока-пока. I am Iron. I am Wrath.